которые приехали в Антрику после спорта на Кубасии, Рамис Камзатов. Республика Дагестан, город Хасайбек, параллельный зачет Ставрополь. Спортивная школа имени Мавлида Батырова тренирует спортсмена Шимея Шимея Олег Кубатов, победитель межмуниципального кубка 2018 года. Его соперник ходит в синем трико, мастер спорта России Жарко Кандинов, город Улан-Удэ. Тренирует Базар Кандинов. Раковреца. Красный трико, мастер спорта России Ибрагим Абдурахманов. Республика Дагестан, город Красавюр. Спортивная школа имени Мавлида Батырова тренируется у Тагира Алиева и Махмуда Магомедова. Его соперник борец в синем трико, мастер спорта международного класса Ислам Сахараев, Чеченская республика, город Грозный. Спортивный клуб «Ахмат». Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Жаа Умана. Бронзовый призер чемпионата России. Победитель международного турнира Гран-при Александр Медведь. Thank you.
На ковре цел победил Ибрагим Абдурахманов. На ковре Б. На ковре Б победил Рамис Камзатов. Посадил параллельно за Чуть Ставрополь.